Смотри, сейчас за фулл х... Крест 10. Ну, если крест такой, то... Тут семена пшеницы. А если крест такой, то тут... просто нужно попутешествовать. Ну, под крестом я воспринимаю именно крест, не плюсик. Или вообще какой крест? Вообще любой? Пересечение двух палок? Вот можно сделать центральную линию и предпоследнюю. Так, Яндекс. Бинго. Крест. Так. Овца. Дверь из акации. Дверь из ели. Можно. А, хотя зачем? Блин, я опять стараюсь сделать все. Давай, пусть будет, сделаю, сделаю. Так, я уплываю. Блин, карта пропала, не могу анализировать. Я вот в прошлых катках все время говорил, блин, нахер порох здесь вообще нужен? Мне постоянно попадался порох. Блин, а я просто в пустом океане. Ты сейчас делаешь что-нибудь? Лодку. Самую нижнюю строчку не вариант, там яйцо. Дальше тут алмазная лопата, конечно же, нет. Вот центральная вообще офигенная. Ё-моё, давай. Ну что-нибудь, ну какая-нибудь корова. А сколько надо, для... чё для книги надо? Книгу я уже сделал. А кожа тебе зачем? А? Кожа тебе зачем? Чтобы сделать книгу. Так. Говняшку пожарим. Да ты сейчас все уже сделаешь. Ладно, просто так еду пожарю хотя бы. Так, одна строчка почти собрана. Надо заниматься второй уже. Ой-ой-ой, сейчас я какую нам услугу сделаю. Вот моя услуга. 11 железа. Эй, я хотел уголь собрать. Ой, под углем еще железо. О, как раз вот вагонетка и все. У меня 13, 14. Так, я собрал кремень. 15. Андрей, нам осталось 3 вещи. Это самое сложное, это порох. На самом деле. Либо в шахту идти. Я буду в шахте. Либо искать данж. Так, а дай-ка я попробую с двумя обычными грибами сделать похлебку. Оп-оп-оп. Не, не делается. Блин, либо мы можем начать какую-нибудь другую строчку, но я не вижу больше других строчек потенциальных. Сейчас большой шанс будет. Темный лес? Да. Там большие грибы растут. Нет. Да, да, в темном. Да, дубе... как можно же добыть из большого? Да, ломай, ломай просто. Все, я нашел мухомор. Блин, я думал, я мессу нашел, а это супер маленькая какаха. Сейчас в округе побегаю. Просто мне кажется, что я смогу еще и порох найти. У меня сейчас большой шанс найти порох, слышишь? Так. Не понял. Так, тушеные грибы готовы. Остался только сраный порох. Крипер, крипер. Крипер, крипер, крипер. О, сейчас же ночь. Да что ж такое-то? Неужели сейчас просрём настолько близко к победе, находясь? Я в пещеру спускаться, короче. У меня больше нету вариантов, что делать. Не знаю, как порох искать. Потому что мы бы другие строчки не собрали, скорее всего. Блин, ну если бы я знал, то надо было бы выбирать самую правую. Мы можем попытаться даже сейчас самую правую еще пробовать, слышишь? У тебя есть? У меня есть баранина. Просто нужно спускаться в пещеру и... Ну давай попробуем, давай. По мере возможности будем искать это. Ну сейчас я железную дверь сделаю. Железо я нашел, если что, на двери. Так, побольше палок, потому что больше я наружу не выкопаюсь, а дерева у меня не так уж и много.
А! Ну, гений, конечно, дерево красит. У меня дохрена железа вообще везде. Только железо и все, больше ничего. А, и кремния очень много. Ну, золото там примерно с 25-й, что ли, спаунится, начиная от высоты. Так, где бурление лавы? А, я не знаю, где бурление лавы, потому что не написано. А, не, опять было написано. Чё ты включил? Субтитры. Я золото нашел. Хорош. Да блин! Долго мы. Долбаный порох. Еще раз? Вот. Голосовали. Вот выбор теперь есть. Обычный. Я за обычный. Я тоже за обычный. Ну, Full House слишком меня задолбает. Ты за стандартный, никто не захочет. Откуда 17-то? В смысле? Нас всего 11. А я не знаю. Это у кого-то настолько много голосов или что? Джунгли, серьезно? Мы с тобой в джунглях, класс. Если нам нужно собрать что-то из джунглевского... А лодка вот эта нижняя. А, вот а что за две, две одинаковые лодки? Нет, там дно разное. И ты... У нас три лодки. Прикольно. Кстати, ничего рыба. Нету... О, печеньки! Печенье, найс! Печеньки! Ты тоже заметил это? Да. Нам нужна, короче, пустыня. Да нам вообще тут легкотня, слышишь? Добыть 5 алмазов несложно. Морковка. Удочка с морковкой. Блин, это не та лодка, ну ладно. Это не она? Нет. Да это вроде одна лодка вообще. Вот здесь вот эти кусты, это, короче, дуб должен быть. Нифига, я тебя обманул. Ты встречал эти уже? Кого? Какао-бобы. Какао-бобы? Да побегай, сразу встретишь. Я еще не видел. Просто на деревьях. Не знаю. Вроде бобы никогда не были проблемой в нахождении. Хотя, прикинь, сейчас заспавнимся, тут нету их. Ему придется их искать только в данжах. Вот это будет подстава. Так, я сразу камень добываю. На начальном этапе мы можем только еду добыть. У нас он почти везде еда. Блин, свекольный суп, да что ж такое, опять? Я, блин, чем больше пересматриваю этот список, тем больше нахожу говна всякого. Ну вот, лодка с тропического дерева. А ты что говоришь, не та? Там же другое. Ну, блин, сделать просто надо было. Тут, видимо, картинки такие неправдоподобные немного. Ну, я... Там как? Так, тут текстура там просто вроде... одинаковая была. Та дубовая. Я тебе отвечаю. Дубовая и еловая вроде бы. Это или темный дуб. Темный дуб, да. Так, все, я могу идти. Давай разбегаться. Я думаю, если мы будем вместе бегать. Ну, я нашел еще какао-бобы. Так, ну, еще немного камня добуду. Так, печенье, сахар, какао-бобы. Не, две пшеницы и какао-боб. Я сейчас... Побольше дерева добуд, потому что последний раз у меня прям было очень мало дерева. О, ты яблоко собрал? Да. Оно мне просто лежало? Я с первой листвы просто сломал первую листву топором и сразу выпал. А ты на подсознательном уровне или просто ломал случайно листву? Мне просто дерево надо было. Я не видел, что нам яблоко надо. Нам еще золотое нужно. Золотое можно либо найти, либо скрафтить, и то легко. Так, ты налево, я направо тогда. Я не знаю, в какую сторону я побежал, я вот пустыню нашел. Вот, ты налево ушел, а я вот направо. Я не знаю, куда я ушел. О, темный дуб. И обычную дубовую лодку сейчас сделаю, пофиг. Че, я все сделаю лодки сейчас. Окей, сейчас. Ой-ой, смотри, сейчас. А, кстати, можно сделать рамку. Я ее прямо сейчас сделаю.
Так, рамку я сделал. А что ты делаешь? А, жареная баранина. А, говядина. Баранина, да. Кстати, о говядине сейчас сделаю. Так, говядина. Говядину я сделаю. Курицу вот убить и зайца убить. А. У меня тут человек пробежал. О, я понял. Ты до сих пор в темном лесу? Не-не, я уже давно ушел. Это смешанный лес. Теперь я в дуба березовом. Да, смешанный лес обычно. Нафиг ты со мной? Что? Как можно всю карточку так быстро собрать? Это же невозможно. Ты посмотри, сколько они собирают. Раз, раз собрали, два собрали. Три собрали, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять карт. Они только 9 раз выполнили. Там же 25, нет? Раз, два, три, Артём, четыре. Артём. 5, 6, 7. Чё? Это стандарт. Я только что понял. Я тоже. А мы нафиг это вообще делали-то? Я даже не смотрел, какая строчка самая легкая. Там, наверное, вообще все легкое было. Так ты чё мне не сказал-то, а? Слепой. Понятно. Понял.